Приветствую вас, мои дорогие красавицы, меня зовут Лилия Донского, и сегодня мы поговорим о новинке из каталога Oriflame номер 6. Это кушон. Это потрясающая вещь, которую я, кстати, очень ждала и даже хотела покупать в другом интернет-магазине, но благо я не сделала этого, и буквально через 3-4 каталога у нас появилась эта новинка. Для меня это было большим сюрпризом. Итак, что же это такое и чем ценен кушон? Смотрите, во-первых, в его состав входит гиалуроновая кислота, и она дает эффект молодой кожи. Питательный комплекс Skin Cherries с морской водой и экстрактами абрикоса, зеленого чая и тыквы. То есть очень богатый состав для того, чтобы ухаживать за кожей, помимо того, что делать ее визуально более красивой. Также кушон дает матовое покрытие, которое можно наслаивать, то есть мы можем не раз пройти, а 2-3, столько, сколько нужно для того, чтобы кожа выглядела шикарно. Итак, что же это такое? Кушон от английского слова — это подушка. Это такая форма выпуска тональных средств, специальной пудреницы. Давайте его рассмотрим, пора уже доставать. И эта подушка пропитана тональным средством, и к каждому кушону прилагается специальный спонж, которым мы набираем тот самый кушон и переносим на лицо. Вот такая вот привычная баночка Giordani с логотипом в золотом цвете. Далее мы нажимаем на кнопку, то что очень классно, не надо ковырять, искать, где найти открывашку. Открываем. Здесь у нас есть зеркало, и оно заклеено пленкой. Давайте уберем пленку. Как ее подцепить аккуратненько? Так, убрала пленку. Смотрите, зеркало. Тот самый волшебный спонж. Ой, какой он интересный. Он лежит в специальном отделении. И далее я просто открываю вот за эту, тяну за специальную штучку, открываю, и здесь тоже закрыта пленкой, и я ее убираю, естественно. Кушон у меня оттенок 37 445. Он, конечно, для меня, наверное, будет темноватый. Это песочный беж, холодный. Ну, радует, что он холодный. Давайте пробовать. Итак, я беру специальный спонж, попробуем его одевать так на пальчики специально, и им, смотрите, какая красота, прям текстура такая, как бы, знаете, песочек насыпанный, вот прям надавливаешь, и такая интересная, такие интересные ощущения, и остается тональная основа. Но мне она на пальчике не нужна, я вот так вот дотрагиваюсь, как вам сделать, чтобы видно было, так вот набираю, оп, то есть моментально набирается. Я много не буду, лучше по чуть-чуть будем пробовать, и переношу на кожу. Кожа у меня сейчас подготовлена, я сделала уход на Vange, нанесла дневной крем, кстати, с бустером, и начинаю теперь наносить тон такими вот прихлопывающими движениями. Так, главное, чтобы был не слишком темный, а то я буду как негритенок. Так, набираю еще. Мне очень интересно, насколько будет хватать этого кушона. Слушайте, ну он так тонко ложится, я его вообще не вижу на лице. Сейчас я сделаю на одной половинке, чтобы посмотреть разницу, и мы с вами посмотрим. Очень удобный спонж. Прохожу слой за слоем. Так прикольно, слушайте. Станет нашим любимчиком с вами. Будем кушониться вместе. Ну вот оттенок, кстати, очень даже и неплох. За счет того, что он холодный, а у меня как раз оттенок кожи холодный, он, я сейчас вот чуть-чуть прям подзагорю, и у меня будет очень классный эффект. Но он матовый абсолютно, посмотрите. То есть нет вот этого жирного блеска, желания припудриться. То есть я его нанесла, и мне уже прям прикольно. Смотрите, видно хорошо. Сейчас немножко на лоб. Эх, лоб у меня закрыт челкой. Сейчас я вот так вот сделаю. То есть удобная коробочка с собой, вот так вот таскать где-то, остаться запросто в дороге, дома, везде. Раз, достали, нанесли, закрыли, не надо дополнительных с собой кистей возить, спонжи, не знаешь, в что их положить. Так, вот я сделала уже, по-моему, не один слой. И по поводу перекрытия каких-то нежеланных
эффектов. Вот у меня есть маленькое пятнышко от солнышка, оно у меня не прошло, и вот тут вот след от прыщика. Давайте попробуем их перекрыть. Раз, два, все, их не видно. Слушайте, ну вам со стороны виднее, мне кажется, это очень крутая штука. Сейчас я закрою, хочу посмотреть в большое зеркало. Но разница на лице очевидно, мне очень понравилось, и не темный даже для меня этот оттенок, очень даже хорошенький. Так что восторг. Девчонки, давайте пробовать идти в ногу со временем, будем такие современные продукты использовать в своей жизни, то что нам приносит радость и красоту. Итак, останется только нанести румяна, по желанию пудру, но мне кажется, мне даже вот эта пудра не нужна, такое живое лицо. И кстати, я вижу такой небольшой перелив, когда я наношу хайлайтер немножечко или добавляю его в тон, то получается вот тоже такой эффект, то есть никакого лишнего блеска, не жирный блеск, а такое благородное сияние кожи. А я в восторге, мне уже не терпится доделать полностью макияж. Итак, что я сейчас делаю? Я доведу все до ума, то есть сделаю вторую половинку лица, нанесу немного пудры или румян по желанию и покажу вам уже фотографию или запишу, что получилось. Сейчас посмотрим, что будет. Итак, пошла делать дальше. Итак, вуаля, вот что получилось. Я сделала легкий-легкий слой пудры, в основном вот на эту зону, где я наношу румяна, для того чтобы румяна легли идеально, потому что если вдруг будет какая-то липкость на лице, хотя ой, какая кожа от него, вообще кайф, не могу, то есть румяна могут лечь пятнами. Сейчас же у меня румяна лежат идеально, как вы видите, ровненько, красиво, так хочется на себя полюбоваться, ой, ну просто просто кайф. Все, супер. Теперь я жду ваши отзывы. Все, кто приобрели для себя кушон, напишите ваши впечатления, как вам этот новый продукт, как вам эта наша новиночка. И я жду вас в следующих видео. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.